«Когда мы вместе, мы сильнее». Творческий фестиваль «Вальс Победы» вновь открыл свои двери для молодых людей с ограниченными физическими возможностями, но безграничными творческими способностями. Традиционно он посвящается событиям Великой Отечественной войны. Поэтому каждый из участников старался подготовить такое выступление, которое бы тронуло за душу. Александр Сорокин из Краснорожского района говорит, что песни, посвященные подвигу победителей, нужно петь душой и сердцем. Во всех, наверное, как у меня служили и остались деды, прадеды, отцы. В общем, эта песня, которую я пел, можно посвятить всем, кто на этой войне остался, кто любил, кого ждали с войны. Авторская поэзия и песня, вокал, художественное чтение или декоративное творчество. Из года в год фестиваль прирастает новыми талантами. Но какой бы ни была номинация, ясно одно. Каждый из участников своим личным примером лишний раз доказывает окружающим, ничего невозможного нет. Сегодня на наш фестиваль приехали почти все районы нашей Белгородской области. Да, мы этому очень рады, потому что, смотря на этих людей, понимаешь, что они настолько сильны духом, что... Наверное, каждому из нас до них еще очень далеко. Организаторы фестиваля обещают, что ярких звездочек, которые сегодня зажглись на творческом небосклоне, они будут приглашать на все концерты с участием талантливой молодежи региона.